Новое шоу певицы Нюши «Девять жизней» получилось, как все и ожидали, очень масштабным, ярким и личным. Задолго до концерта певица уже начала интриговать в сети социальными новеллами о человеческих страхах. Все новеллы, насколько зрители знакомы с творчеством Нюши, они понимают, что эти все новеллы так или иначе связаны с ее становлением. Работа над новеллами певицу впечатлила. В их основе – мысли Нюши. В съемках мини-фильмов она принимала непосредственное участие от составления сценария до монтажа. Я задумалась о том, чтобы сделать что-то более еще серьезное. Но это пока планы. А вот шоу «Девять жизней» уже случилось. Его Нюша от начала и до конца тоже контролировала лично. Уникальный видеоряд, внушающее количество костюмов и танцы – основа «Девяти жизней» Нюши. Я, как артист, конечно, не расскажу никогда, что там было не так. Вот, для зрителя всегда все должно оставаться идеально, но я, конечно, знаю, к чему еще стоит стремиться. Оказалось, что название очень символично. Ну, во-первых, в этом году Нюша отмечает 9 лет на сцене, а во-вторых, певица верит в реинкарнацию душ. И своей настоящей жизнью Нюша довольна. Я сейчас такая, потому что у меня есть определенный опыт, и иначе я просто не пришла бы ко многим вещам. Я не смогла бы многое понимать, поэтому опыт хороший и плохой, он все равно бесценен.